вечер еще раз, мои дорогие. И куда я шла, шла и пришла. У меня есть очень одна хорошая знакомая из Батуми, которая является моей подписчицей на Ютубе, в Инстаграме, во всех соцсетях, наверное, пишет мне комментарии, всегда поддерживает меня во всем. И вдруг я приехала и решила с ней познакомиться, потому что она меня пригласила к себе в гости. Мы обменялись контактами, и наконец-то мы встретились. Я скоро уезжаю, просто я не имела права с ней не увидеться. Так что, друзья мои, я нахожусь в ее хоромах. Посмотрите, какая шикарная квартира. И скоро я познакомлю вас с этой волшебницей, которая такой красивый дом у которой. Видите, как люди живут в Грузии. Да, дорогая жизнь, но тот, кто хочет, умеет и стремится жить хорошо, у того получается. А сейчас я познакомлю вас поближе с ее квартирой, покажу, как живут здесь, и также с моей маечкой. Так, ну вот смотрите, у нее квартира в новостройке. Тут вокруг дома строятся. И вот Майя живет в таком. Посмотрите, какая у нее квартира. Сейчас я вам покажу ее квартиру. А туда можно тоже, да, все? Она разрешила поснимать мне, показать. Да, показать мне. Посмотрите, какая красивая у нее посуда. Она очень любит такие вещи. А это какая красота. Вот. Это ее спальня. Не ее спальня, но одна из ее спальни. И все она разрешила вам показать. А вот и сама Майя, ее фотография. Тут ее детей и внуков фотографии. Все очень оригинально, со вкусом. Мы заходим в следующий зал. Маечка приготовила вот вкуснятин. Видите, сладостей. Светлана не похудеет, столько сладостей здесь поела. Вот такое красивое у нее огромное зеркало. Чистенько все блестит. Боже, как красиво. Как будто я попала в музей. Вот, мои дорогие, ее дети. Как будто, говорю, в музей попала. Ой, да прямо. Да. Вот какая красота. Вот так просто лежат здесь напитки такие красивые. Напитки не только тут. Да? Везде есть, да? Да. Ой. А вот и сама Маечка, познакомьтесь с ней. Здравствуйте. Она очень... Я еще и знала Светину мамочку. Вот оттуда я познакомилась со Светой. И очень приятно было наконец-то нам встретиться. Я очень рада. Да, просто Света не забыла. Света очень красивая, очень добрый, хороший человек. И такая страшная, как вы пишете. Я такая страшная, Майя, скажи. Нет, ты очень красивая, просто немножко уставшая. Конечно, уставшая, похудевшая. Ты куколка. Да, ну а как по-другому. А вот еще и ее спальня. Можно спальню или нельзя? Да, можно. Видите, она разрешает. Да, она познакомилась с моей мамой. И вот какая красота. Хозяюшка. А здесь фотографии. Сама Маечка. Пишите только хорошие комментарии. Просто грех, если вы напишите плохие комментарии, мои девочки, мальчики. Светочка, я не думаю, что тебе написали плохие комментарии. Не, я говорю, вот показываем такое, ты разрешение дала, я очень вас прошу, мои дорогие, пишите только все хорошее, тут нельзя плохое написать. Да, грех будет, грех. Да, но я не обращаю внимания все равно на такие. Света, у тебя очень хорошие подписчики, никто не напишет. Не, есть, конечно, которые меня очень любят и пишут. Так, а вот это у нее такой огромный коридор. Видите, какой огромный коридор. Вот, пианино, и даже есть дорожка беговая, где Майя занимается. Видите? Сейчас я вам покажу ее
Вот. Вот красота такая. Я говорю, прямо я хочу сюда нырнуть и поплавать чуть-чуть. А, ну, кремы у меня не только тут лежат. Тут что-то есть уже. Видите, да. Очень все чистенько, молодец, все есть. И в спальне есть. Ну, ремонт надо мне, конечно. Не надо, очень хороший сейчас. У меня внуки тут рисуют на стенах, так что... А вот у нее кухня, сейчас покажу, и все, мы сядем, будем знакомиться и разговаривать, только без вас. Да. Ну, только раковина, там арбуз. Ничего. Вот посмотрите, какая у нее большая кухня, уютненькая. Да. Маленькая кухонька. Да, и даже у нее есть машина посудомоечная, ни у кого из моих знакомых я не видела. Какая она, видите? Мои цветочки покажи. Да, это настоящие цветочки? Нет, но я их очень люблю. Смотрите, действительно, как искусственные. И балкончик один, да? Да, и на балкончике деревце есть, покажи. Вот. Ёлочка. Когда я видела Майю в Инстаграме, я с детьми маленькими, я думала, это ее дети, а оказывается, это ее внуки. А елка какая красивая, голубая как будто, да? Да, голубая. О, боже, какая красота, вот такой балкон. Дождя нету, ну, наверное, пойдет сегодня, как из ведра. Ну, там вот как бы, посмотри, зелень вот эту. Не видишь? То, что в Турции, да, вот как туда, красиво? Ой, как у нас разве так красиво, вот туда смотри. Немножечко вот эта зелень меня успокаивает. Ну, ты можешь на балконе, если хочешь, сделать себе такое. Да. Балкон красивый, зеленый. Ну вот и все, квартира шикарная, все показала, рум-тур. Так что все, мои хорошие, мы сейчас будем общаться с Майей, кофе пить. И рады были с вами пообщаться. Да, всем пока-пока. Светочка хороший человек, пишите ей хорошие комментарии, лайки ставьте. Пока-пока. Какой вот, смотрите, за каким столом я сижу. Эти конфеты, сейчас я все съем. Моя арбуз все съем, фрукты все съем, сладости съем, поправлюсь, вы же так хотите, мои дорогие. Светочка, я хотела тебе получше все сделать, но... Куда еще лучше, куда еще лучше. Я безумно счастлива, что у меня такие друзья появились в Грузии, в Батуми. А я тоже безумно счастлива, что знаю Светочку еще ближе. Да, ты можешь и приехать к нам вместе, мы будем рады очень. Спасибо, моя золотая, и ты приезжай, я всегда буду рада. И спасибо твоей маме, тете Кате, за то, что мы познакомились. Спасибо, спасибо, дорогая. Я съела весь арбуз, все фрукты, что вы видели на столе, перешла, и Маечка мне подогрела чады с сыром, макароны с мясом. Вы видите, как я наяриваю? Хрущу огурчиками. Сижу просто без... И посмотрите, смотрим наш YouTube. Обалденная встреча. Я очень счастлива. Всем привет, друзья мои! Воскресенье началось, я вышла поменять деньги. Но, к сожалению, возле нас здесь не работает этот пункт по воскресеньям. Хочу еще зайти в Elite Electronics, если он будет работать. Посмотреть цены на телефоны, на компьютеры, ноутбуки. Такой базарчик у нас вчера было у Маечки. Так прекрасно провела время. Действительно расслабилась. Она меня провела домой. Только что разговаривала со Шкимом. Он уже встал с утра. С утра я тоже сделала, только закончила йогу с моими детками. Ну, как-то так, мои дорогие. Пойду сейчас посмотрю, где обмен валюты. Зайду в этот магазин, потому что в 12 часов нам придется делать тест. Поэтому нужны деньги наличкой. Картой нельзя оплачивать. Цены, друзья мои, по сравнению с Турцией, обалденно. Смотрите, 3,30 стоят персики такие хорошие. 5,50 черешня, 13 голубика. Это лари. Это в 3 раза надо умножать, 3,5, чтобы получить лиры. Это очень много. Даже арбуз 5 умножить на 3, 15 лир. И там еще, ну, 18. Вы что? Обожаю мерси. А груши вот эти по 10,50. Видите, какие? Смотрю просто ценный спред. Хорошо. Это домашние яблоки есть, не хотите? Домашние яблоки.
Спасибо. К сожалению, тоже не получилось зайти мне в магазин электроники. Почему? Потому что они начинают сегодня работать с 11. Ну все, я пошла домой. Сейчас найду банкомат, поменяю деньги. Все. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.